большая, от края и до края видны ее края. Ты можешь здесь гулять, не очень набирая, смеясь и выбирая местечко для себя. Листает страницы полуденный бриз, гуляет по городу карлик Борис. И если ты где-то столкнешься с чумой, не трогай и рядом не стой. И если ты хочешь быть странником, пой, запрыгни на первый автобус домой. Лети небывалой ночной стрелой туда, где встречается волк высокой, туда, где при свете портовых огней есть пиво и бар, а ну-ка налей. Все девушки рыжие, все хороши, а ну, Франсуаза, пляши. Исключительно для этого концерта, называлась «Фанфик Джига». Знаете, какова природа искусства? Оно как бабочка, оно мимолетно. Вот мы только что вам это показали. Привез показать Москву инструменту. Мандола не видел Москву лет, наверное, 10.
прогуляться. Но фонтан отражает незнакомца. Вот шайтан. Верный конь не подпускает, весь дрожит. На ступеньке у дверей. За что ты о вас задумал? Пусть свершится поскорей. Бежит по грязным мостовым, вниз по улочкам нелепым и кривым. По случайным человеком он спешит, и все больше понимает, он не
дубе не спеши. Спасибо. Это был Аль Рашид из Проксимы Парады. Сегодняшний концерт особенный. Мы хотим показать вам вереницу галереи наших героев. И следующая песня – один из моих любимых героев вообще в истории рок-музыки. Нет, Джонни Маффин неудачник. Я уверен, вы его прекрасно знаете, и тоже он в ваших душах живет, пляшет там свой уродский танец. Отец мой честный фермер был, оставил мне деньжат, а я все мой труд пустил и пробил дом и сам. И стало меня серебром, а золото золой. Спасибо, помните такого персонажа, да? Женя, Женя, мать.
Я думаю, что следующего героя, героиню вы тоже прекрасно знаете. И благо мы не давали вам ее забыть ни на одном концерте. Жил на горе дракон и никого не трогал цвет.
сестра, перевели страницу. На дорогу мне время пришло лечиться. В следующей главе время пришло лечиться. Что должно случиться в следующей главе? Предки и пшелка знатного были рода. Да, мы за них рулбой был умереть готов. Ну, а ее Тристан у запасного хода ждет медицинский спирт. Свянки из-под винтов перевели страницу. Надо же так скатиться в следующей главе. Надо же так скатиться. Сейчас хором мы споем. Так, по-честному. Ой, я даже не знаю, сейчас как во дворе играет. Надо сейчас на гитаре так. Money.
черной поляне, по белой стене. Но кто-то без денег увел ее прочь. Отец безутешный оплакивал дочь. А Настя, Настасья встречалась с одним. У черного камня гуляли они. Но где же Настасья и где ее след? Лишь камень остался, а девушка нет. Холодный. Не помнит тайну Берг, ведь
Дойдова начинает свой рассказ. На заре угаснут песни, закончится рассказ. Кто пирует с нами вместе, не увидит больше нас. Ла-ла-ла. Спасибо за то, что оно светит, и морю за то, что оно ласково шумит, и лесам, что они покрывают планету Земля, Земля и этой прекрасной московской погоде. Спасибо, как говорит БГ, и за это спасибо. А так и мы, нас не за что благодарить, мы просто такие, ну, просто такие появились на свет в незапамятные времена. На радость или на беду. Ну, чтобы вы не очень сильно радовались, мы сыграем две новых песни. Сейчас те, кто были на концерте в Гоголе, уже слышали их. Те, кто не были, я вам сочувствую, вы их сейчас услышите. Первая песня, у нее такое рок-н-ролльное название. Она, главное, очень оригинальная. Она называется «Черный дрозд». Редкое название, да-да-да. Ну что, готовы мы дроздить? Да, и у этой песни есть еще одно подназвание, второе название, чтобы труднее было искать по дискографиям. Она, ее полное название такое: «Черный дрозд, all is lost». Черный дрозд среди звезд ищет черный хвост. День за днем все вверх дном, без хвоста жизнь пуста. Черный дрозд, цвет мой хвост.
И вторая песня. Тоже рок-н-ролльное у нее название. И она тоже была в Гугле. И мы считаем, что это тоже часть нашей вселенной, где все перемещается, все летает, все меняет место в парадигме небывалого путешествия. А песня называется «Элвис летит домой». Одновременно с нашей вселенной.
стекла, но стрелки совершают колебания. Они улавливают звук, они в ответе, милый друг, за непрерывность твоего дыхания. Когда перо рисует коду, все
Спасибо!
Раз. О, спасибо. Сейчас песня, которая посвящается всем вам, да и нам тоже, жителям этого мира, этой вселенной. Назовем это как угодно, сеттинг вселенная, свод правил. Там нет никого, кроме вас и нас. Когда мы говорим «жители», мы не имеем в виду кого-то непонятного, каких-то жителей, которые не мы. Мы все здесь. Зажигайте ваши огни, зажигайте.
создал Дисней. Планеты, звезды и людей. Но это жизнь вокруг меня. Ведете себя как деревенские дурачки на дискотеке. Митька правильно заметил, что в зале, что на сцене. Сейчас мы сыграем такую очень-очень питерскую песню. Дарс собрался, в конце концов, в Питере. И, ну, я думаю, что и в Москве тоже есть такие сакральные места, вроде перекрестков, куда ты выходишь вечером, встретиться с друзьями, выпить пиво и обсудить самые насущные проблемы. Меня перед концертом спросили, что я думаю о том, куда все катится. Вот это самое как раз место обсуждать такие вопросы там, а не на концертах. Просто.
перекресток. О, где же ты, брат? Кричит в небеса безутешный Сократ. Несутся машины вперед и назад. Вернись, а за мною не станет. А я уже старый, мне все равно, какое сегодня покажут кино. И кто доберется на самое дно, и что он оттуда достанет. Фанфик-джига, но другая фанфик-джига. Я думаю, многие себя узнают в героине следующей песни. В героине, да. Героин тоже. Про это тоже будет песня. Увидеть вас еще. Рыжая девушка.
сольного альбома «Митивного» тебе только что было. Кстати, это отлично. Я вижу, что вы в кои-то веки хорошо спелись и объединились в этом нехитром занятии, как дразните группу из зала. Этому занятию тысячи лет. Оно называется «Хеклинг». Yeah!
спасибо. У вас прекрасные хороводы. И сами вы прекрасные. От бриз.
чистая рогатица, когда сгорела Катиса, когда сгорела Катиса. Звездам гуляет колдун из Магриба.
поднимешься на крышу, прихватив фонарь. И зажжешь его повыше ты над головой. Очень скоро где-то рядом вспыхнет ты король. Ты начнешь ему сигналить, подавая знак. Два коротких длинных слова для начала дать. И тогда спустя мгновенье по размаху в рук прилетит сигнал ответный, что случилось вдруг.
важная часть ее. Такая же, как и вы. Может быть, даже важнее. И сейчас я хочу сделать то, чего обычно не делают на концертах. Я хочу пригласить вас на сцену. Я хочу пригласить на сцену тех, кто в красивых костюмах. Здесь не очень много места, поэтому прошу вас. Yeah.
глазами. Мы придумали это сами. Мы придумали это сами.
Дмитрий Игнатов! Оглянитесь за пультом, Арсен Степанян! И там у входа в нашей скромной дашевской лавочке Ира Новикова! И меня зовут Ди Гурцман! Мы вас любим! Написано в песне «Чума», на самом деле. «Я укрою тебя от завистливых глаз, берегу от прожорливых рук. Будем вместе с тобой каждый день, каждый час. Мой цветок, мой единственный друг». Слов прочтут наши мысли, ну вы знаете, да, эту тему. Ты взяла в руки скрипку, я возьму в руки бас. Нам откроют калитку, поприветствуют нас. Мы сыграем им джигу с замедлением в конце. Для двух елей, ирландцев и баночки черного хмеля. Как легко быть приятным, мы останемся здесь. Будет чудо безвозвратно, все, что было и есть. И пока не погасло, мы успеем сыграть концерт. Для двух елей, ирландцев и баночки черного хмеля. Mm-hmm.
Yeah.
среда. Спасибо. Oh, yeah.